22 августа. 4:00 утра. Пока хозяева одного из частных домов по переулку Широкому спят, за окном горит баня. К счастью, пары пламя замечает сосед. Звонит по номеру 101. Почти разрушена постройка и плотный занавес дыма. Спасатели ведут схватку с огнем. Пожар потушили. Соседние участки не пострадали. Все живы. В результате пожара уничтожена кровля, обуглены стены, повреждено некоторое имущество. Причина такого пожара на данный момент уточняется. Следующий сигнал СОС из Малых Бортников. Вновь свой дом. На этот раз горит сарай. Пожарных вызвали сами хозяева, хоть и не сразу заметили. Спасатели сделали свое дело. Укротили пламя. Впоследствии не удалось избежать. Уничтожена кровля, имущество и перекрытие. Горит оконная рама на Крылова. Третий раз срабатывает тревожная кнопка. Спасатели действуют быстро и четко. Никто не пострадал. Одна из версий ЧП – незатушенная сигарета. Общая статистика с начала 2021-го выглядит следующим образом. В городе 69 пожаров, в районе 39. Погибло 5 человек. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.